это операция сама там может быть там практически война там, она не может быть. Как Афганистан, вы знаете, тысячелетия его хотели покорить, никто так и не покорил. То есть там они между собой как воевали, племена эти, это другой менталитет, мы немножко не понимаем, хотя должны это понимать по истории, как и Русь, разные княжества и воевали друг с другом и так далее, это все передел. У них это извечно, и там это перманентно, эта война будет продолжаться перманентно, потому что опять-таки сейчас там все это во главе угла опять те же деньги, которые раздел и плюс, и у них еще есть дух вот этой религиозный, фанатизм, который оттуда идет, которого у нас, к сожалению, не существует. В хорошем смысле фанатизм у них плохой стороны, а плохое легче всего плохое. Хорошие дела делаются труднее. Понимаете, посадить дерево – это годы, взрастить его надо, а срубить его. Поэтому плохое всегда распространяется быстрее, потому что оно легче, это им плохое легче сделать и делать. А вот хорошее делать – это родить человека, то есть и человека сделать его, вырастить его человеком настоящим, всю жизнь нужно. А убить его одной пулей – и все. Вот что самое страшное и то, что мы должны помнить и должны знать. А они будут воевать просто тысячи лет. Это временное, опять-таки, временное какое-то. Там кто-то победит. Но победит ли, кто от этого выиграет? Люди от этого не выиграют. От какой войны люди выигрывают? Никак.